Привет всем! Сегодня у нас уже 14 марта. У нас похолодало. Ночью 0. Днем плюс 1, плюс 3. А я на этой лоджии, на восточной, навела порядок. Помыла. Расставила цветы, вот кактусы определила. Вот. Этот уже цветет. Вот этот беленькими тоже будет вот-вот цвести бутоны. Так. Вот тоже будет цвести. Ну, в общем, я им устроила уголочек такой. Конечно, вот этим задним не совсем светло, но когда солнце будет сходить, первые лучи будут к ним доходить. Вот второй этаж. И вот третий этаж. Вот эти кактусы я собираюсь, вот два этажа верхних, я их не пересаживала. Некоторые пересадила, которые были совсем крохотные в горшках, а так им достаточно горшки. К земле они не совсем требовательные, к бедным грунтам, привыкшие в природе. Вот я пересадила хавортию. Такую, там детки у нее повтыкала вокруг. Там еще одна хавортия обновила. В этом году у меня полностью обновление. Изросшиеся растения выбрасывала. А их детки черенковала или детки брала и укореняла, садила. Вот у меня гибискус будет цвести, начинает наращивать листики. Вот установила зеркало здесь. Когда будут косые лучи от зеркала, чтобы отбивались и на кактусы. Направляю свет. Вот у меня кофе. Тоже начал уже вот ветки пускать. Я его пересадила. И здесь у меня один вот, а где второй, а вон и второй фрукт. Вот будут зерна. Этот гибискус тоже начал расти, но бутоны что-то не пускает. Сансевьерия хорошо перенесла пересадку. Вот. Каланхоя я укоренила черенки, а это оставила на всякий случай, да еще и цвести вот собирается одна ветка. Вдруг тени примутся, чтобы... А то не будет потом чем. Вот мои хойи стоят наверху на моей этажерке. Стапелии вот в таком виде, они уже пришли более-менее в порядок, были совсем вялые. Кто мои видео смотрел, они были по всем горшкам. Теперь я собрала вот такой ящик длинный, и вот они здесь. И еще вот здесь, в неприглядном таком виде. Жалко было выбрасывать, воткнула. Не знаю, как примется. Ну вот основные вот тут. Они потом разрастутся, повернутся куда надо. Ну, в общем, бильбергию тоже в моей комнате их было густо и не цвели они, поэтому я оставила только две детки. Одна здесь, одна у меня в кабинете. Надеюсь, что зацветут в таком одиночном состоянии. Так, это ус у меня, это у меня гипиаструмы.
Вот. Детки. Уже растут листики. А вот здесь, кажется, намечается стрелка вот там. Этот вот уже отцвел, тот, что я показывала. Я уже стрелку срезала. Внизу вот детки гипиаструма я не пересадила. Тоже я их буду отдавать. Алоэ пересадила. Это зефирантес подвязала пока. Здесь они упругие листики, но пока что опустили они не в стоячем положении, поэтому я их зафиксировала. Это у меня гибискус простенький. Пока здесь поставила, пересадила его. Так, вот декабрист. Я много наоткручивала сегментов на укоренение, а это пока оставила, как бы подстраховала себя. Если там не примутся или еще что-то, значит, этот отсюда еще возьму. Нет, все примутся, значит, я его выброшу. Вот тоже гибискус у меня здесь пересаженный, диффенбахия. Так, ну, стапелию я показывала. Вот хавортию пересадила, и вот она цвести будет. Вот крестовник туда посадила под самый верх. Ему он все равно в свисающем положении, поэтому ему подходит такое место. Там еще много понабрасывала по полю в том ящичке. И надеюсь, что укоренятся и пустят побеги вот сюда вниз. Так, здесь тоже. Это у меня суккуленты здесь, и там у меня суккуленты детки укорененные. Пока они еще в таком состоянии маленьком. Ну и вот кактусы. Те, которые вот я жалею. Вот коллекционеры, вот такие кактусы, которые вне кондиции были с самого детства. Выбрасывают, вот точно как фиалочки. А вот я из каждого такого хиленького старалась растить. И вот некоторые очень отстают в росте. В общем, это все не кондиции, как бы сказать. Но некоторые тут есть и нормальные. Но вот их сородичи вот такие, там вы видели большие. А эти отстают в росте. Вот поэтому вот жалко выбросить. И вид у них, конечно, не очень. Здесь я вот пересаженные у меня. И опунции, и кактусы. Вот эта опунция первая, она тоже из семян. А те две у меня куплены. Вот олеандр растет потихонечку. Вот. Кто меня смотрит постоянно, мои лоджии, знает, что у меня здесь стоял большой олеандр. Он уже уехал от меня дней 10 назад. Приезжала подруга, я ей много растений надавала, и она увезла их к себе. Вот гибискус тоже этот будет цвести. И вот еще один гипиаструм, который собирается цвести, вот стрелку гонит. И вот что-то у него тут взошло, или от тушки какое-то семечко попало, или в грунте было, что-то похожее на тыквенное. Вот, не выбрасываю, мне интересно, что же это такое? Растет. Вот, здесь у меня рассада. Вот, матиола и астра. Ну, отдельное видео я сделаю по семенам. Вот. Ну, вот так у меня беглым взглядом. Кливия продолжает цвести.
Мои стульчики, на которые я становлюсь и поливаю цветы. Вот. Здесь сюда еще на подоконнике придется ставить многие растения, потому что много у меня в черенках еще находятся. Вот, не посажены. Я не все еще пересадила. У меня закончился грунт, поэтому я вчера сделала еще заказ. Фиалочки немного только пересадила, поэтому мне еще грунта много надо. И я заказала грунты, вот, и средства по борьбе с вредителями. Ну, когда придет завтра заказ, привезут мне, я покажу, что я заказала для своих цветулек и удобрения. Вот, ну, вот так у меня сейчас на этой восточной лоджии. Вот, пусть растут. Ну все, пока-пока.